В Тверской центр спасения медвежат привезли трех сирот из Кировской области. Путь за новыми постояльцами занял 2 дня. У специалистов было опасение, что во время поездки какие-либо области могут закрыться на карантин, и добраться обратно станет невозможно. Но под вопросом была судьба трех косолапых, поэтому семья Пожетновых рискнула и теперь воспитывает еще 3 медвежат. Дорога за медвежатами заняла 2 суток и 15 часов. За плечами были 3200 километров. Но главное, говорят специалисты, что косолапые прибыли в центр спасения в полном здравии. Проехали массу областей центральной части Европейской России, начиная от Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской, захватили чуть Архангельскую область и недалеко была граница Республики Коми. Медвежат назвали Лехой, Лалой и Мирным. Это название местных рек и большого поселка, рядом с которым и нашли медвежат. Сотрудники центра уже научились различать малышей. У Лехи с Лалой достаточно большие белые воротники. Медвежонок с воротником побольше – Лала, поменьше – Леха. А у Мирного – 2 больших белых пятна. При этом они отличаются от других медвежат не только расцветкой. Наши весят уже килограмм по 6-8, эти медвежаты весят от силы 3 килограмма. Придется с ним поработать, откормить, затем их приведем в порядок. Теперь ежедневно их откармливают небольшими порциями молочной каши с добавлением яичного желтка и витаминов. Такая смесь поможет начать весу расти, и вскоре эти медвежата догонят остальных косолапых, считают в центре спасения.